Да, всем привет, ребята. Пойди кони f6, пожалуйста. Да, и 10 ходовки это. Так, тут я играю e5. Нет, нет, нет. Тут я играю конь e5. У меня уже нормальный рейтинг, что ты делаешь? Так, здесь я играю b6. После ферзь d5? После слон b7. Слон b7. Да. Извиняюсь, я как-то видел эту идею. Так, здесь надо играть слон b4. В этом я сомневаюсь, по-моему, надо играть слон b7. Но... И вот после этого играть слон b7. Ну, черный хуже, причем сильно. Так, здесь надо играть 2-0. Ну, все, просто без одной. Пора бить. Ну, зачем ты отдал пешку? Ну, это нормально. Не, ну, а где компенсация? Где радость-то, я не пойму. Что значит, где компенсация? Радость в том, что мы вышли из дебюта. Радость в том, что мы попытаемся забрать пешку на e5 и сделать ничью в мучениях, хотя я понял. Радуйся, что мы из дебюта вышли. Это... Для нас это достойный... результат. Для нас. Ну-ну. Именно для нас. Конь e5. Почему ты не побил? Ну, d7 отвалилось бы. Ну и что? Я не уверен, что там никакой тактики не пошло бы с пунктом g2, но я ее не видел, по крайней мере. Когда я не вижу тактику, то лучше не соваться. Ну, ты видишь, теперь он держит. Да ничего он не удержит, она мертвая уже. Всеми силами. Полутруп. Ну, конь e5. Какой конь e5? А где e5? Ну, как-то отскок какой-то надо придумать. Ничья есть, конь опять. Ну сейчас он отойдет, да. Ничья, что ли? Достойно. Зависит от того, куда он отойдет. Ну, сейчас отойдет. Отойдет на d5. А, он на d4 отошел, я неправильно сделал. Надо было брать на f3 и брать на e5. Ну ладно. Почему он решил играть на победу? Неправильно сделал, кстати. Ну что, у меня один ход? Да. Ну да. Ладно, я в тебя верю. Просто не испорти эту позицию. Да нет никакого мата с одной фигурой. Что ты делаешь? Все нормально, это нормально. Пойди опять лучше, зафиксируй структуру. Вот уже не успел. Нет, уже не надо. Я вообще-то есть смысл все равно. Ну. Ой. Я промахнулся, Никит. Ну, ты дурак. Ну, я хотел на g5, ты же знаешь. О, видишь, какой он добрый. Ну все, ладно, на g5. Да почему не на g5-то? Да что ты делаешь? Ну это неправильно. Ладья g5 планировалось. Так. Мы нечестно поступаем. Побили. Ты идиот, я тоже идиот. Не трогай пешку, пойди ладья a8. А зачем? Потому что это единственная открытая линия на доске. Ну он сейчас как-то пойдет c5. Нет, не пойдет c5. Ну зачем? Идеи такой не было никогда. Ну как ты мат дать по этой? Ну когда на f8 убери, мата не будет. Нет, мы пойдем h6. Нет, g6. Зачем? Зачем? Че зачем? Зачем менять ладьи? И что, на ладья d1? А ладно, проскочили. Так, ладно, у тебя осталось 4 хода. Нормально. Надо было g5, надо было g5, конечно. В любом случае, я не буду выигрывать эту партию. Почему? Ну, потому что мы попросили ход назад, после этого я его еще обманул ходом опять. И что? Ну, в смысле, ладья g5 явно было задумано. Если уж мы просим ход назад, надо делать тот ход, который был запланирован. Да отойди. Ну, это... Почему не на h4-то? Так на h4 и пошел. Ну, давай, ладью с e5. Ладья на e5 ничего не делает. Убираю ее на e8, на a8. Под слон f3. Йот. Так шаг же. Так шаг же. Король g3. Двойной удар. А, ну да. Хотя там слон f3. Ладно, ты прощен. Ты прощен. Так, все, я, кстати, последний сделал. Все, наконец-то. Ч
что у нас получилось по пешкам? Поровну. Ну, у нас структура лучше. На c5 нет никакого смысла упираться, это все, все равно. Хотя, может, и есть, кстати, там ладья b4, ладья b5 идея. Есть идея? Да не, идея-то есть, она все равно лучше, но мне не обидно, что я это зевнул. Ну, ладья e2. Почему так-то? Пешка, она у него отвалится, пешка в итоге все равно. Какая? Какая-то пешка отвалится. Ну так он, по-моему, неправильно сделал. Он еще попёт. А, ну понятно. Он не согласится. Согласился. Конечно, у черных выигран. Наверное. Да. Всем спасибо за внимание.